Всех приветствую на канале, рад вас видеть, надеюсь, вы меня тоже. Сегодня у нас хорошие новости, вышло сегодня обновление на Fortnite. Это у нас 5 глава, 1 сезон, глобальное обновление. Будем смотреть, коротко, что же новое добавили, как играется на нашей любимой Xbox Series S. И в целом, что же сделали с нашим любимым Fortnite. Перед началом данного ролика попрошу тебя, мой подписчик, если ты еще не подписчик, подпишись на канал, поставь лайк, нажми на колокольчик, чтобы не упустить уведомления о новом контенте. Также напиши в комментариях, как тебе нравится Fortnite. Я знаю, что он тебе нравится, потому что ты уже смотришь этот видос, поэтому тебе интересно. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, ссылочка на телеграм-канал и дискорд сервер будут в описании под видео. Ну а мы начинаем, поехали быстренько. Обновление весело 24 гигабайта, что у нас коротко есть. У нас добавляют, во-первых, режим Лего. Да, будет полностью карта, которая будет сделана в стилистике Лего. Лего персонажи, какие-то вот выживания будет, пушки в стиле Лего. То есть будет полностью Лего мир, это будет отдельная карта. Можем посмотреть видео коротко, для того, чтобы понять для себя, что же это такое будет. Вот, пожалуйста. Это прям прикольная коллаба на самом деле. Я думаю, это будет веселый режим и буду все в него играть. 7 декабря он выходит. Сегодня у нас, на минуточку, какое число, сейчас мы посмотрим. Сегодня у нас 3 декабря. 3 декабря, всего лишь 4 дня подождать, и у нас будет уже Лего режим. Так, ну, то есть, в принципе, не особо информативный видос, но у них на сайте было. То есть, там прям полностью весь мир состоит из Лего. Это не просто Королевская битва, это целый режим Лего. Дальше, у нас добавили поезд. У нас добавили поезд на карту, который курсирует по всей карте. Сейчас я все это продемонстрирую в самой игре. Но в целом, это очень необычно для Fortnite. И сразу видно на картинке, у нас есть щит. То есть щит, за которым можно прятаться и отстреливаться с пистолета. Боевой пропуск, понятно, сейчас посмотрим. И, в принципе, новые скинчики. Так, смотрим, боевой пропуск, поехали. Награды боевого пропуска. Стоит он также. Первая страница у нас, в принципе, ну такой себе скин, честно вам скажу. Какой-то хоуп, мне не особо нравится, честно вам скажу. Смотрим дальше. Дальше идет у нас идеалистика хоуп. Это более прикольно, но подходит каким-то более девушкам, как по мне. Вот третья страница уже открывает нам прикольного такого тигра, Оскар. Вот Оскара я уже хочу, давайте посмотрим полностью весь рост его. Очень классный скин, такой подкачанный тигр, это прям прикольно. Вот такой тигр я уже хочу себе, этого тигра. Четвертый у нас идет белый. Элегантный Оскар тоже прикольный. На снежную карту самое то. Незаметно, все супер. Потом на пятой странице у нас есть Мститель Джонс. Ну вот такой вот Джонс. Тоже стильно выглядит. Такой прикольный чувак. Мне прям тоже нравится. Неплохо. Так, смотрим дальше. Шестая страница тот же Джонс. Но Джонс у нас какой-то нуарный. В стиле нуар. Вот такой как будто нарисованный в стиле каких-то детективов. Так. Идет у нас седьмая страница, это Ниса, какая-то вот фехтовальница, да, что-то вот такое, не знаю, что-то такое, но, блин, ну такое что-то, не особо ничем не выделяется, как бы не сказал, что мне нравится. Вот это прям поприкольнее, это уже что-то вот такое, знаете, какой-то викторианский стиль, вот мне вот это прям больше нравится, полуночная Ниса. Так, смотрим, что у нас девятая страница, Монтегю какой-то, да, вот какой-то типа мах, что-то такое, вот, ну такое что-то, ни о чем, честно говоря, ничего особенного не вижу. А вот 10-й ледяной. Вот ледяной прикольный, потому что он полностью состоит из льда. Если будете падать на какую-то снежную карту, это, снежную локацию, это будет прям прикольно. У вас будет менее заметно. Вот неплохо. И, ребятки, 11-я страница у нас самый классный, самый фановый скин, который есть в этом боевом пропуске. Это у нас подкачанный Питер Гриффин. Вот такой вот прикольный скин. Я считаю, что все будут его вкачивать. Думаю, очень много будет Гриффинов встречаться в каждой катке. Поэтому этот скин прям огромный лайк разработчикам. 12-я страница у нас Валерия. Валерия такая вот огненная девушка в белом костюмчике. Прикольно прям. Выглядит прикольно. Вся такая в огне. Прикольный. Да, у нас необычно, на 13 странице у нас расположились скинчики на тачки. У нас есть такая скин на Скорпион тачку, есть такие вот полоски, есть ламбомобиль какой-то, да, вот пожалуйста, посмотреть награду. То есть у нас теперь есть кастомизация тачек, прикиньте, вот пожалуйста. То есть у нас можно кастомизировать тачки, это прям прикольно, это добавляет какого-то интереса. 14 страница у нас пламенное преображение, она делается какой-то вот огненной. Огненная какая-то вот девушка. Тоже прикольно прям выглядит. Есть такая анимация огня. Неплохо. В дополнительных наградах у нас расположились изысканный Монтегю. Ну, он более прикольный, чем первый был. Потом у нас есть золотистый Питер Гриффин. Вот такой вот робот. Что-то такое, знаете, робот Питер Гриффин. Тоже прикольный. Третья страница у нас вот изумрудная Валерия. Вот изумрудная Валерия мне нравится больше всего. Честно вам скажу, вот изумрудный цвет прям подкупает. Хочется ее уже открыть. На четвертой странице у нас андеграундная такая тачка вот с огнями по бокам. Как бы прикольно тоже. Прикольная раскраска на машину. Так, подожди, что-то... Это все?
Это все? Так, подожди. Нет, шестая, седьмая, пятая, шестая, седьмая страница еще закрыта, еще будут. Награды за задание. Здесь у нас есть бунтарка Хоп. Вот прикольный тоже скинчик. Опасный Оскар, тоже прикольный такой неоновый тигр. Неплохо прям выглядит. Потом графический Джонс. Это тот же нуар, только цветной. Потом есть у нас еще рассветная Ниса. Ну, такое. Дальше у нас есть еще задание на Solid Snake. Это с другой игровой вселенной, чувак, как бы. Но пока еще задания нету, это будет попозже. Это будет попозже. В принципе, все. Боевой пропуск пробежались. Побежали в самую катку. Посмотрим, что же у нас поменялось. Да давайте еще посмотрим, что у нас есть в шкафчике. В шкафчике поменялся интерфейс. Теперь вот так вот выглядит экипировка нашего персонажа. Да, вот все элементы гардероба. Есть эмоции в отдельную вкладку. Есть обертки. Есть лобби. То есть музыка здесь, загрузочный экран и эмблема. Инструменты какие-то добавили. Гитара, пожалуйста. Гитара, бас, барабаны. Клавитара и микрофон. Пожалуйста, есть какие-то музыкальные инструменты. Здесь у нас будет отдельный режим фестиваль, в котором можно будет, так понимаю, участвовать. Это сделали все для того, чтобы использовать эти инструменты. Пока у нас их нет, поэтому не скажу, что же это такое будет. Есть вот такой вот скинчики на тачке. Пожалуйста, то есть вот кузов тачки есть, пожалуйста. Декаль, да, и колеса. Можно даже отдельно менять колеса. Прикольно. То есть есть как полная кастомизация машины. Раньше такого не было. Есть треки. Треки, я так понимаю, это для тачки, скорее всего. Наверное, для тачки, да? Потому что музыка была отдельно, которая в меню. Так, поехали сразу в одиночку и посмотрим, что же у нас изменилось в самой игре. Давайте с нулевая высота, режим, в который я обычно играю, и полетели. Вчера хотел сделать на стриме обзор этого обновления и пойти на ивент с Эминемом, но у меня не получилось. Очень большой был наплыв игроков, и сервера прям просто ложились. Я сначала час ждал в ожидании в загрузке игры, потом еще ждал час, и у меня не получилось прям зайти. Зашел я только после стрима, но уже ивент закончился. А обновление вышло сегодня только утром, поэтому как-то так. На концерте не попал, смотрел только в записи. Ну, говорят, концерт с Трэвисом Скоттом был поприкольнее, ну, как-то так. Там было всего лишь два трека, которые Eminem исполнил. Скажу сразу, первые впечатления у меня были очень позитивные, когда играл сегодня пару каток уже, сыграл в этот режим, и мне прям очень нравится. Во-первых, хочу заметить, поменялась картинка. Она стала более яркой, насыщенной, которая была до OG сезона, то есть, в принципе, вернули старую ту графику, которая была, она реально более какая-то красочная, более насыщенная, и как будто поработали немножко над освещением. Мы с ребятами тоже обсуждали эту тему, говорят, реально по первое впечатление изменили освещение. Вот посмотрите, вот как будто реально тени освещения сделали более прикольными. Полностью все новые оружия, которые вы только можете здесь видеть. Смотрим на карту. Карта реально полностью переработана. Это совершенно новая карта. Процентов 40-50 занимает полностью зимний биом. Давайте подальше прыгнем, чтобы залутаться и успеть побегать, изучить эту игру. Полностью, вот видите, переработанная новая карта. Очень много зимних локаций, очень много зимних. То есть большую часть карты занимает зимний биом. Это прям прикольно, тем более в преддверии нового года это добавляет какой-то атмосферности. Вот у нас, когда мы приезжаем с автобуса, у нас слева в углу показываются задания, которые можете выбрать, чтобы они отображались на протяжении всей катки. Сразу из таких вот нововведений. По всей карте можем увидеть рельсы. Вот рельсы, железная дорога. И по всей карте вот курсирует поезд. Он уходит по кругу, прямо по всей карте. Вы можете запрыгивать на него, сражаться с другими противниками на нем. Там сейчас очень много типов падает, поэтому первые дни это будет сложно его захватить. Но там есть сундучок, к которому вы подходите с командой, захватываете, получаете лут. Ну, прикольно, кстати, прикольная механика. То есть, в принципе, можно на этом поезде сидеть, кататься по всей карте, отстреливаться от противника. Вот он, кстати, едет. Прикольно. Это прям... Мне это реально нравится. Сделаны все вот такие вот мосты какие-то для него. Интересные локации. Это добавляет какую-то вот дополнительную механику в игру. Да, это прям спасибо разработчикам. Хочу сказать, очень сильно как бы заметно, что поменяли механику движения самого персонажа. Сейчас я вам продемонстрирую то, о чем я говорю, как бы. Он реально как будто бегает по-другому, переходит по-другому в подкат, по-другому карабкается, система паркура переработана, то есть она как будто более четкая, более отработанная. Сейчас я покажу, к примеру, да, вот мы бежим, камера как будто бы находится слева, и она как-то по-другому вот идет за персонажем. Такого раньше не было. Напишите в комментариях, кто уже играл и тоже такое заметил. Это реально прям сразу видно. Когда вы переходите в подкат, он как-то более быстро это делает, и можно более динамично передвигаться с одной на другую точку и сражаться с противниками. То есть раньше, когда ты делал подкат,
он как-то имел какую-то минимальную задержку между переходом из подкатов в режим бега. И это давало дополнительные секунды вашим врагам для того, чтобы накидать по вас еще больше урона. Здесь сделано более четко. Даже вот когда карабкаешься, да, пожалуйста, вот сейчас. Ты когда карабкаешься на какую-то стену, это сделано более быстро, более удобно. Как бы механика передвижения реально сделана по-другому. Это прям радует. Сейчас хочу показать оружие, которое здесь есть. Оружие тоже полностью новое. Оружие, которое здесь только можно увидеть. У оружия, кстати, добавили новую фишку. Теперь есть модули. Можно найти оружие с различными прицелами. Можно их модифицировать через мастерскую, которые разбросаны по всей карте. Здесь также важно понимать, что если вы поднимаете, например, какой-то калаш, и один и тот же калаш может быть с различными модулями. Например, один калаш может быть с прицелом, другой может быть с глушителем, а третий может быть просто пустой, без ничего. Его нужно будет улучшать. Так, на меня уже взяли охоту, пожалуйста, но у меня еще ни одного оружия нету. Не совсем мне повезло, да, но ничего, сейчас будем пытаться найти какую-то пушку. Поэтому механика реально выглядит по-другому. Картинка тоже более такая сочная, насыщенная. Это прям прикольно. Это прям прикольно. Оружие добавили. Добавили еще такую фишку, называется грави-бомба. Ну, это такая, типа, фрукт, который вы съедаете и можете несколько раз прыгнуть выше, чем вы прыгаете обычно. Это как раньше было умение, да, там, которое позволяло выше прыгать. Здесь сделано это с помощью фрукта, который вы съедаете. Сейчас, если найду, я вам продемонстрирую то, о чем я говорю. Вот, пожалуйста, мы подняли калаш, и у нас есть такие сверху вот ячейки, да, вот у нас две ячейки на нем. Сюда показывает, что у нас есть прицел вот здесь. И есть какой-то модуль, я так понимаю, это на ствол, да, это какой-то еще модуль есть на ствол. Если хотите поставить еще модули, можете два еще прокачать. То есть у вас еще две пустые ячейки. Пушки реально прям классные, каждая по-своему хороша. Есть дробовики, есть прикольная снайперка, есть вот такой вот автомат «Орлиный глаз». Есть дробовик автоматический, это прям прикольно. Вот, пожалуйста, как круто это все стреляет. Стрельба тоже стала более удобной. По сравнению с OG Season, здесь намного удобнее стрелять, честно вам скажу, ребят. Так, получай. Вот, дробовик, о котором я говорил, пожалуйста. Автоматический дробовик, да, он какой-то более что-то похож на автомат, да, но визуально. Но на самом деле это дробовик. Он больше похож на карабин Вепер. Кто знает, кто играл в шутеры, тот поймет, о чем я говорю. Так, поднимаем. Поднимаем все, что есть. Давайте еще откроем какое-то хранилище и посмотрим, что там есть. Нам нужно под землю, да, так понимаю, попасть. Вот. Заходим. Неплохо, прям реально первое впечатление очень классно. Добавили новые машины, добавлен Гелендваген черный, добавлен Ламборджини, добавлены мотоциклы, которые были раньше. Это прям тоже реально радует. Потому что в прошлом сезоне, кто знает, особенно первую неделю, не хватало транспорта, не хватало каких-то элементов передвижения. Это прям было немножко грустно. В этом сезоне это все исправили и сделали только лучше. Разработчикам прям большой лайк. Так, побежали рубиться. Вроде бы неплохо залутались, да? Вот такой вот пистолет-пулемет есть, который очередями стреляет. Тоже неплохая такая вот штучка. Мне прям нравится. Вот прям отдача минимальная и очень быстрая скорострельность. Давайте залутаем броню. И хочу пойти с кем-то пофайтиться. Если получится, по дороге еще найду транспорт и тоже покажу вам, что здесь добавили. Так. Погнали. Так и хочется всю эту карту исследовать. Прошлое уже поднадоело, честно говоря. И, конечно, это прикольно, что у вас есть совершенно новая карта с такими вот красивыми видами. Тем более, в преддверии Нового года это круто побегать по зимним этим локациям, полутаться, посражаться с противниками. Это добавляет атмосферности и настроение на Новый год. Напишите, кстати, в комментариях, есть ли у вас уже настроение новогоднее. Интересно услышать, потому что у меня нету, честно скажу. Честно скажу, у меня нету. Так, здесь тип уже есть. 96. Неплохо так накидывает, да, кучная стрельба хорошая у него. Это автоматика, так. Тип, походу, уже убежал. Попал. Вот у нас у него щит, о котором я говорил. Он прикрывается щитом и спокойно может мне накидывать. Его уже убили сзади. Я вижу даже кто. Попробую убить этого. Неплохо так накидывать, тихо. По нам уже гасят сзади. Вернули, кстати, плавание, которое было раньше. Потому что в OG Seasons это было не очень непривычно, когда ты прыгал в воду и убивался об эту поверхность. Это было прям реально неудобно и непривычно. Здесь это все вернули, поэтому
Плавание в Fortnite теперь обратно есть. Давайте похилимся. Нововведение по поводу хилок. Рассказываю сразу, когда хилишься, можешь потихоньку вот так вот передвигаться. Главное, не бежи, чтобы не сбить эту хилку. Потому что раньше ты мог только сидя. Сидеть, не передвигаться. Броню также, когда пьешь большую и маленькую броню, тоже можешь спокойно передвигаться. И потихоньку менять локацию. Это реально удобно, добавляет тебе мобильности. Разнообразие пушек прям реально поражает. Тем более, если ты можешь взять один калаш с коллиматорным прицелом, другой калаш ты можешь взять с снайперским прицелом. Это прям прикольно. Это прям реально прикольно. Еще круто менять их в этих мастерских. То есть ты можешь, по сути, сделать свой билд из пушки, которая, блядь, из пушки, которая будет тебе более удобна. Это прям прикольно, что каждый может сформировать себе любимое какое-то оружие. Так, тут какой-то замес уже идет. Давайте пробуем подобраться поближе. Кто не заценил OG сезон, или вам было скучно играть в этот сезон, потому что он был немножко как бы суховат, да, по сравнению с теми сезонами, которые были до этого в Fortnite. Этот сезон вам однозначно зайдет. Очень много контента, очень много каких-то интересностей, нововведений. Это прям совершенно новый Fortnite, который хочется играть все больше и больше, ребят. Кто там стреляет? Есть минус один. Первый килл, пожалуйста, в новом сезоне. На базу. Так. А второй, как я сделал, слушайте. Еще и третий, мать его, три килла. Жалко, поезда нету. Хочется еще на поезд запрыгнуть напоследок. Давайте посмотрим на карте. Где он? А, он далеко, он в зоне сейчас, я понял. Этот здесь. Получай. Сосать. На базу. Так, быстро хилочку. Дайте хилочку мне. Быстро кушаем хилочку, ребята. Идем дальше в базу. В базу, в зону. Блин, реально круто играется. Пушки прям настолько приятные. Я уже немножко подустал от старых оружий. И мне вот на самом деле очень прикольно играть в этот сезон. Здесь очень большое разнообразие, и пушки по-своему все хороши. То есть нет такого, что ты берешь какую-то пушку, и ты прям не можешь критически на ней играть. Нет, они по-своему хороши, и это прям кайфово. Это прям кайфово. Есть еще классная снайперка, но сейчас пока у меня ее нету, не могу продемонстрировать. Она реально крутая, там три патрона подряд можешь стрелять. А еще бывает попадается она с коллиматорным прицелом. По сути, как карабин можно использовать. И там прям по 150 можно урона накидывать по противникам. Три патрона подряд. Это прям реально имба. Ставьте лайки, пишите в комментариях, понравился ли вам новый сезон. Еще денек-два все устаканится с очередями этими на вход в игру. И все можно спокойно будет катать в наш любимый Fortnite. Поэтому потерпите еще немножко. Я тоже вчера намучился с входом в эти сервера. Сегодня уже все окей, как бы уже получше намного, как бы можно играть. Вот посмотрите, как по-другому работает, да, вот я бегу. Реально по-другому это все выглядит и все чувствуется на самом деле. Это реально по-другому. Добавили вот такие вот люки, в которые ты прыгаешь и появляешься в другой локации. Вот, пожалуйста, наш гелик. И там где-то направляется поезд. Давайте, кстати, пойдем и попробуем сесть на поезд. Давайте. Вот такой вот гелик стильный, пожалуйста. Хм, круто сделано. Так, а поезд сейчас будет здесь, давайте. Поставим просто вот посреди дороги, посмотрим, что будет с машиной. А сами запрыгнем на этот поезд. А какой же кайф просто, да? Какие-то новые механики добавляют, это прям так прикольно. Все, супер. Так, а где захват? Вот этот ящик можно захватывать. Просто взламываем. И идет какое-то время, мы открываем сундук и получаем лут. Драгоценный лут. Потихоньку двигаемся. Вернули, кстати, вот эти вот фишки на карте, сразу вижу. Заказы. Заказы на убийство. Меня убили, бля. Вот так вот прекрасно я умираю в конце, да. Ну неплохо, ребят. Неплохо, на самом деле неплохо. Я думаю, все понятно. Вроде коротко рассказал все механики, которые здесь есть. Если что-то не рассказал, напишите в комментариях, подскажите. Будет интересно услышать. Но вроде все главные моменты
вам осветил. Если будут какие-то вопросы, то пишите. Постараюсь тоже осветить. Будет, кстати, режим, вот еще нам подсказывает в главном меню, будет еще режим вот такой вот гонок. Это типа Rocket League, да, вот такой, такая коллаба вот. Это тоже будет. В принципе, все. То есть LEGO режим ждем 7 декабря будет. Это такое сам, из самого интересного. А сама игра, как бы, пожалуйста, вы все видели. Все основное осветил. Всем спасибо за просмотр. Если понравился данный контент, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо. Пока. До новых встреч.